Про то, как держится строй в зимнее время, если влажность в квартире держать на постоянном уровне. Пианино было настроено в начале ноября, сейчас конец января. Почти 3 месяца уже прошло. Я вот здесь экспериментировал внизу в самом, в контр-октаве, но вот отсюда и доверху ничего не делал. Посмотреть можно унисоны, хотя унисоны это, в общем-то, не показатель. Из-за усушки главным образом теряется вот баланс вверх-вниз, но тем не менее. Ну, можно это частично на настройщика списать, но в целом вроде так нормально. А чтобы понять, что в гармонии, я вот в этом регистре, как раз который не трогал, крылатого на этот раз сыграю. Thank you.
Thank you.